Три педагога из Ленска стали обладателями гранта главы республики. Каждый из них получил 100 тысяч рублей. Это результат особых достижений на республиканском конкурсе учителей. Наши коллеги из Ленска познакомились с одним из педагогов. Воспитатель в детском саду. Для Ольги Захаровой это не профессия, а воплощенная мечта. 11 лет занимается с малышами. Хотя в дипломе указана специальность «учитель начальных классов», выбор в пользу садика для Ольги Захаровой был очевиден. Сейчас она специалист не только со стажем, но с весьма заметными достижениями. В этом году стала обладателем гранта главы республики. Получила его по итогам республиканского конкурса учителей. Сначала была в шоке, в легком, не верилась. Ну, тоже довольна очень. Понравилось очень. Много знакомств новых. До сих пор мы общаемся со всеми участниками. Группа у нас своя в WhatsApp. Сейчас проще с этим. Конкурс Ольга Захарова быстро вернулась к своим ежедневным обязанностям. Дети ждать не будут. Это группа дошколят. Здесь каждый день на счету. Подготовить ребенка к школе за один день не получится, нужны системные занятия. Ольга Андреевна старается, чтобы дети узнавали новое из игры. Используют и новейшие технологии. Доски сенсорные, и также сейчас у нас видео, аудиоаппаратура, также этот квест, мы его полюбили все. Тоже пытаемся в игре детям какие-то знания. Не откликаются. Конечно, дети нравятся, это все новое же. Но любят ее, конечно, не за новые технологии в образовании. Дети в первую очередь ценят добрые отношения. О своем воспитателе говорят только теплые слова. Так откликаются на доброту их маленькие сердечки. Она у нас очень замечательная, очень красивая. Всегда доброта к нам и еще учит нас. Педагогическое образование может получить каждый. На доброте и любви не научиться. Они есть только у тех, кто работает действительно по призванию. Олеся Васева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».